Чтобы сохранить шоколад в оптимальном состоянии, необходимо избегать воздействия прямого света, влаги и посторонних запахов. Относительная влажность в помещении при этом не должна быть, как я понимаю, более 65%, а температура может быть в пределах 12-18 градусов. В таких условиях качественный черный шоколад может храниться по меньшей мере 1,5 года без ущерба для вкуса. Пригодным в пищу он остается еще долгое время. Белый и молочный шоколад так долго хранить нельзя, но и они тоже на редкость жизнеспособны. Что касается трюфелей или других шоколадных изделий со сливочной начинкой, то их следует употребить в пищу в течение нескольких часов. Использование в рецептуре малого количества инвертного сиропа, это пастообразная масса по химическому составу близкая к меду, которая препятствует кристаллизации, и стерилизованных сливок, продлевают срок годности трюфелей до 2 недель. Нет никакой необходимости когда-либо держать шоколад в холодильнике, если, конечно, у вас есть прохладное помещение. Однако допускается хранение шоколада в морозильной камере, но только в плотно закрытой таре, завернутой в несколько защитных слоев, чтобы не допустить проникновения влаги. А перед тем, как вскрывать шоколад и подавать на стол, надо обязательно довести его до комнатной температуры.